Всем привет! А всем привет! Да! С вами Александр и Марина, и вы на канале «Из Приморья с любовью». Простите нас, пожалуйста, мы поняли, что мы надолго потерялись, да? Потому что стали беспокоиться подписчики, писать смски, ватсап, вайбер, где вы есть, все хорошо. Ребята, у нас все хорошо. Даже скажу больше, у нас просто замечательно. Да, просто у нас что-то какая-то неделя выдалась, вся суета, 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 всякие картоны, упаковки, документы, квартира, то, все. Ну, чем мы занимались? Еще, знаете, у нас что-то в этом году такое лето, дожди и дожди. Как говорит моя знакомая, взяла 5 дней выходных и думала, заквакает. Хотела на море съездить. Думала, чтобы не закудахтали. Не говори. Вот 2 дня было, выдалось солнечных, и мы тоже с семьей быстро рванули на море, чтобы хоть чуть-чуть поплюхаться. А море-то остыло чуть-чуть? Ну, остыло, да. Потому что вот мы перед дождями купались на Шамаре, тепло. Может быть, течение было, но вода была хорошая. И течение обстоятельств. Да, а теперь вот так вот. Вот, сегодня просыпаемся опять. Какая-то морось, туман. Чуть-чуть поедем поработаем и порассказываем, куда мы пропали и почему, да? Да, поехали. Поехали. Вот, опять Рудневский мост. Нет, и даже это самое. Да? Отсюда? Надо показать Рудневский мост. Да. Хотели сказать, стоит и хорошо. Да, ничего не упал. Да. Его закрывали, не знаю, раза 4 или 5. Признавали, что он упадет скоро. Потом проходило сколько-то года, полтора. Помнишь, как-то да, 2 года да, даже он закрытый да, стоял. И никто денег не выделял, говорит, ну и пусть стоит. Да. Так катайтесь. Да? Угу. Да. Вообще, на самом деле, в этом году из-за того, что череда прям идет дождей, циклонов вот этих, дороги сильно поразбило. Да, недорассказал. Периодически по нему ездишь, и плиты между плитами, короче, вот дырки. Эти проваливалось, да. И прям вот на машине берешь и в этот провал так объезжаешь, вот, потому что дырки прям были. Да. Поэтому все было интереснее, чем... А сейчас, говорят, такие дырки везде, по всему городу, и даже на въездной трассе в город Владивосток, то есть поразбило дороги очень сильно. Удивляются, все спрашивают, что у нас, асфальт сахарный, что ли, что он сходит вместе с водой просто. Ну, то есть, такое лето выдалось, конечно, сложное для городских служб. Еще знаете, какая новость? Вчера, 20 июля, в городе Владивостоке проходила проверка систем оповещения. То есть... У нас тоже система оповещения работает, слышишь? Да. То есть, утром, если я не ошибаюсь, с 10.30 до 11.30, ты куда-то в дебри поехал. Ну, а что? Да. Включали все абсолютно сирены, существующие в городе, гудки, там, заводы пароходов. Сигнал называется «Внимание всем». После этого включаются громкоговорители и выдают какую-то информацию. Если вы ее не успели послушать, то можете включить радио или телевидение, и там повторят эту информацию. Честно говоря, мы не слышали. Ты слышал? А ты слышал информацию, что у нас опять воду выключат? Мы сколько лет живем в Калининграде, я не помню вообще, чтобы у нас воду отключали. Мы всегда просили об этом. Чтобы нас воду выключили. Ну да, придет хаус-мастер и то он наклеит столько объявлений, что, ой, вот что, я вас, как хорошо, что у вас включит воду. Так, ты что-то не туда, знаешь, заехал, у меня камера повернулась. Ты ее держи. Да. А тут просто ты просыпаешься утром, у тебя нет воды. И ты думаешь, а почему нет воды? И начинаешь искать в соцсетях. Угу. Ну, так, ладно. Вот, все-таки мы нашли. Саша меня какими-то дебрями возил. Вот видите, как у них красивенько ноускаты стоят. Ну так чистенько, приличная фирма, но находится, конечно.
Так вот, пожалуйста, во-первых, кто слышал, что вчера было оповещение, вот этот сигнал «Внимание всем», обязательно напишите, пожалуйста. А, ну и... О, Саша куда-то повели его. Ну и то, что говорил Саша про воду, ну действительно, какой-то прямо трэш. Новый район, Снеговая Пать, мы живем. Сначала было плановое отключение вместо недели 10 дней, и теперь уже третий раз авария. То есть мы сегодня встали, опять воды нету. Что же творится в старых районах, я даже не представляю. Да, ну ладно. Следующая новость у нас какая? Объявили, что в этом году прибыло туристов на 40% больше, чем в прошлом году. И причем это не только Хабаровск и Якутск, которые обычно отдыхают в Приморье, а не, ну, очень много людей много. Из Западной России. Мы вот были с тобой позавчера, кажется, ездили, искали место, где нам пожарить шашлык. Да. Да, что-то у нас накопилось. Мясо, Марина говорит, да давай замаринуем, пожарим. Как раз был солнечный день, погожий. Да. Мы, короче, объехали сначала Париж туда, к океанариуму, а там просто, даже встать просто негде. Да. Да, думаю, ну и фиг с ним, поедем на Щитовую. Поехали на Щитовую, это Горностай, где вот мы вам всегда снимаем. А там такая же там песня. Там такая же песня, просто все заставлено, к берегу не подъехать, и просто встать где-то в кустах как-то не хотелось бы. Вот, и... Плохо, что мы, конечно, не снимали, но мы поехали как раз на Патрокол, где мы вот на скалах жарим не частенько. На, да, не на тот пляж, где все, там тоже было забито, а за Леопардовой набережной, там, где вот скалы, ну, где тихое место, короче, для местных. Для местных. Да, но туда просто только пешком идти, и мало кто знает. И там, на удивление, не было никого. Никого. Да, сама тихая вот была вся тоже забитая. Не, ну хорошо, что люди приезжают отдыхать. Вот, и причем брали интервью, очень много людей оказалось из Санкт-Петербурга, даже из Москвы, ну там еще из каких-то городов, именно из той части России. Конечно, это преувеличивают. Думаешь? Я думаю, что были только вот приморские любители отдыха. Ну, не знаю. Из Москвы, это прям заказное было. Сразу покрывают тем, что цены свои, как всегда, из-за высокого спроса очень выросла аренда жилья и домиков, особенно в районе моря. И самое главное, что в этом году приморцев лишили отдыха в Ливаде и Андреевке. Они эту дорогу делают еще, я не знаю, сколько лет. Все возмущаются, почему нужно было развести ремонт этой трассы именно летом, когда пик сезон отпусков, отдыха, когда всего, в принципе, 2 месяца, люди июль-август выбираются на море, а теперь там невозможно проехать, надо либо запасные колеса брать, либо люди наполовину там пешком идут, как ты, кто гонит. Ну, просто ужасно показывают, конечно. Многие отказываются теперь от этого отдыха. Так. Ну, у нас, на самом деле, очень много вариантов других. Я вчера смотрел. Кстати, если кому-то интересно, можно на тот же сайт городской администрации, или как он там, VL, это наш сайт? Да, VL. Да, на vl.ru выйти, и там прям вот как раз такие постеры стоят рекламные, отдых в Приморье. Вот, и очень много и апартаментов, и таких мини-баз на том же острове Попова, Реники, Путятина, ну, как сказать, ну, не сказать, что там прям на... Уровень такой. Просто я... Саша, мы же по работе ездим, он возит меня по всяким... Я имею в виду не сказать, что там прям такой уровень отдыха там на... Ну, высокий, пляс, правда. 5 с плюсом, но, по крайней мере, это самое... Отдохнуть можно. Ну, во-первых, где еще вы можете отдохнуть на острове? На Бали. Вот, а здесь раз и по-быстрому, и на Попов. И, кстати, несмотря на пасмурную погоду, море все равно достаточно, ну, нормальное, комфортное, да? Да, это, кстати, вот если кому-то интересно, это Хилток 2. Это то, что от него осталось? Да, раньше была такая компания, которая... Все заставлено, как вам сказать, было, да, я насколько помню, сильно, да? Сильно было развито, здесь все оптовики... О, привет, думал ты вокруг. Оптовики все здесь покупали запчасти, а сейчас вот... Вообще тишина и покой. Да, кризис. Кстати, через неделю во Владивостоке стартуют международные спортивные игры. 7-е уже по счету. Дети Азии. И ожидают более 3000 гостей. Буквально все уже готово. Там на последних стадиях подготовки.
задействованы все крупные спортивные наши арены. Это и Фетисов-арена, и Динамо, и Олимпийцы, молодежный. Ты имеешь в виду Дети Азии? Да, и даже детский центр «Океан». Еще студенты ДВФУ жалуются, что те, кто не успел сессию доздать, то есть пересдают, или остался на практику, их выгоняют из общежития. Ну, как бы, в принципе, дело обычное. У студентов договор только до 1 июля, а дальше всегда кампусы ДВФУ, вот эти все общежития, используются для проведения каких-то мероприятий, например, экономических форумов, или вот, например, для гостей Дети Азии. Так что... Вот, мероприятие достаточно интересное. Билеты очень по демократичным ценам, буквально от 150 рублей. Так что, если еще остались, и кто-то хочет посмотреть из гостей нашего города или из жителей города, приобретайте билеты. Еще хорошая новость. Вчера на мысе Ахлёстышева открыли нижнюю парковку, и теперь на пляж можно спуститься на автомобиле, а не идти пешком сколько там километров. Но парковка только на 50 машин. То есть там охранник стоит и считает. Да, да. То есть вот этот шлагбаум верхний оставили. Именно вот на шлагбауме стоят и считают там. Ее планируют расширять, но когда, неизвестно еще. Вот так. Ой, вот видите, как дороги подразбивают. Такие ямы размыло, что можно не попасть в яму, а потерять машину. Это точно. Вот почему и после зимы дороги плохие. Стала страна этих таксистов. Ну, по крайней мере, Владивосток точно. Не знаю, раньше, помнишь, каждый второй, наверное, пацан купил себе какой-нибудь дреналет и мечтал потаксовать. Да. Это было когда? 90-е годы. Вот, и сейчас напоминает подобное. Только уже не пацан, а все, кто хочет. Просто смотришь, что если стоять на перекрестке, то вокруг тебя одни такси. Да, впереди такси, справа такси, сзади. Позади такси, два такси, да. Ты будешь такое ощущение, как будто они тебя сопровождают. Может, так и есть? Да, может быть, я не знаю. Так, такой некрасивый грузовик нам вид закрыл. Буду показывать вот окраину. Покажи что-нибудь. А. Конечно, в такую погоду, на самом деле, конечно, настроение всегда... Так себе, удручающее. Потому что каждый день встаешь, у тебя пасмурно. Ну что это такое уже? А приехали во Владивосток за солнцем. За солнцем, да, не говорите. В итоге нет солнца. Зимой будет? Солнце зимой, осенью. Собака, он нашу волосы перестроился. Специально так во вред. Интересно просто, везде дождь или мороз, пасмурно, а на снеговой пати, вот на Бородинке, солнце, сухой асфальт, тепло, хорошо. Все, запчасти все купили, вот, немножко. Пока мы, кстати, во Владивостоке еще не уехали, если кому-то что-то срочно нужно, пишите. Также оперативно купим, отправим. Вот, сейчас за продуктами и в транспортную компанию. Да. Ну что, завершение нашего этапа. Куды мы пропали, как Марина говорит. Да. На самом деле никуда не пропали, просто как период жаркого погоды. Дождей. Ну, дожди, не дожди, все равно через раз куда-то ездили купаться. Так, дни просто проходят очень быстро, и особого контента нету показывать вам. Да, чтобы вот такое это, показать, есть. Снимать. Да, думали... Вот видите, обычный день. Вон они набрали сегодня всего. И поесть, и попить, и друзьям запчасти. И... Думали куда-то поехать. Как всегда, батарейка закончилась на самом интересном. Ты хоть поделись сегодня, хоть тебе хоть удача фартит уже второй день. Подожди, я хотела сказать, что мы планировали, может быть, пока у нас мама гостит, поехать куда-нибудь на отдых, но то дожди, то дороги не нет, знаю, машину даже жалко. В Триозёре вообще никто не ездит, потому что вторую неделю дожди там. Да. Там все дороги превратились в реки. И вообще, все время, когда собираешься еще по бездорожью, думаешь, стоит ли того этот отдых. Ну, поэтому вот так, поделиться? Поделиться чем? Ну, что,
Ничего такого. Не, зубного? Поделись тем, что здесь хороший зубной. Реально. Я же говорила уже про это. Да. Действительно хороший зубной техник. Хорошая мы сравниваем с польскими. С польскими, потому что у нас... с калининградскими, где я была лично. Да, конечно. Я имею в виду, что у нас, в принципе, самый такой был классный специалист это был в Польше. Угу. Вот, но здесь вот прям такой, можно сказать, аналог. Вот мне очень нравится, что они работают по таким стоматолог такой дотошный, вот ну, целый час один зуб делает, и понятно, что качество. Ну, поэтому очень. У них и расписано все до сентября. На 2 месяца вперед. Потому что это вот кто-то не пришел, и нас вот окошко появилось, нас пригласили. Да, да. Типа, приходите. Вот, да. А зубы что-то, я не знаю. То ли, может быть, правда мы каким-то ковидом болели, потому что, ну, вот одновременно все под пломбами, где-то чуть-чуть дефект пломбы, какой-то токарис, то что-то. Ты это гипотеза какая-то? Гипотеза, да. Может быть, мы точно болели? Я не знаю. Сейчас тебе скажу, да. Мы не почувствовали. Мы же болели, вы болели. Это было, наверное, еще давно, но как-то вот оно проявилось. Я думаю, что это, как всегда... Или вода такая, да? Это как, скажи мне... Как отмывание денег для прорыв какой-то воды. Ой, воду дали у нас, да, пока мы тут ездили, катались. Воду да, дали. Написали, кстати, такой прорыв, что до ноября будут устранять проблемы. Мы думаем, ну все, да. Пошли все полторашки набрали на колонке в соседнем районе. Вообще, знаете, если честно, не снимаем, ну и потому что вроде как контента нет и настроя нет. Вот никак не можем настроиться каждый день в ожидании чего-то. Ну почему? Вот разговариваем сейчас с нашими подписчиками, уже как-то настрой уже какой-то появился чуть-чуть. На самом деле, вот у каждого человека есть постоянно выбор. Выбор то, в какой институт поступать, то на ком жениться, да. То переезжать тебе, не переезжать, то на какую работу устроиться. И вот когда ты встаешь перед выбором, вроде бы да и интуитивно знаешь ответ, но всегда начинаешь немножко сомневаться. Но самое главное, у нас всегда, Саша, логика такая. Если пазл складывается, все одно к одному, значит, ты идешь в правильное направление. А если скажи, что такое пазл. Ты в стену бьешься и понимаешь, что просто лоб разбиваешь, а значит не туда идешь, не в ту сторону. Вот, на данный момент... Пазлы много. Да. Вроде сложился пазл, одного кусочка нету, поэтому не двигаемся. Поэтому стараемся, конечно, мы же оптимисты всегда. Я бы сказал, лучше бы, что мы просто юмористы. Юмористы? Не оптимисты. То бишь плохо все, мы улыбаемся. Хорошо, тоже улыбаемся. Многие скажут, что только это. Неправильные люди улыбаются. Да ну и ладно. Да, у нас, видишь, с тобой, как тебе сказать, мы ко всему относимся положительно. Философически, говорит, да? Положительно. Да. Есть работа, работаем, нет работы. Опять работаем. Думали, уже на этой неделе прям порадуем вас сменой кадров, скажем так, да? Смены как картинки. Пейзажи. Ну вот да. Никак. Прям вот и за деньги, и без денег и не получается. Как, да, ничего пока не трогается. Как только, так сразу. Угу. Да, когда мы будем с вами... Надеюсь, мы будем снимать следующий ролик из аэропорта. Так что, если мы еще на неделю пропадем... Мы решаем эту проблему, которая... Серьезный, да, серьезный вопрос. Да. А я не помню, ты говорила, нет, что все-таки сейчас есть какая-то трудность с билетами? А имеется... нет, не говорила. Не то, что не есть трудность с билетами до того же Калининграда, а есть трудность стыковки Аэрофлота. То бишь Аэрофлот теперь напрямую не ходит до Калининграда. Раньше можно было билет купить, то бишь это будут разные самолеты, но компания будет либо... там раньше же Россия летела до Москвы с Владивостока, а с Москвы летит Аэрофлот. Так и есть. Просто ну, Марина билеты... сейчас точнее расскажет. Ну что, просто билеты на данном, вот в конец июля, вторая половина июля и середина августа, билеты из Москвы в Калининград стоят 9, 10, 11 тысяч. Никаких 6 тысяч обещанных нет. Вот, и Владивосток-Калининград есть рейс через Москву, Саша, аэрофлотовский. S7 вообще с двумя посадками летит. Уральские авиалинии через Екатеринбург с разницей в один день в сутки в аэропорту или гостинице. Ну, короче, какой-то дурдом. Я поняла, что просто, может быть, где-то объединили рейсы, потому что нет такой наполняемости или еще что-то происходит. Но перелеты какие-то стали неожиданно дорогие даже по России. Вот так.
Ну вот про что Саша хотел сказать. Вот, так что ждите нас, и мы вернемся. Да, ну ладно, все, всем добра. Ладно, всем добра, всем пока.